вечер, дорогие друзья. Мы очень рады вас видеть накануне потрясающей череды женского дня, праздника всемирного почитания женщин. Как приятно, что он растягивается у нас почти на неделю, просто еще один Новый год. Ну, потому что женщин можно поздравлять бесконечно, и, наверное, частично сегодняшний концерт – это тоже такое обращение к дамам, потому что все темы будут о любви, как вообще многое в джазе связано с этой темой. Она может быть романтичной, лиричной, энергичной, веселой, горестной, но эта тема постоянно присутствует практически в названиях всех тех мелодий, которые мы играем и которые будет во втором отделении петь наша потрясающая джазовая вокалистка Элла Трафова. Нужно сказать, что джазовые музыканты не то чтобы издеваются, но позволяют себе играть одну и ту же мелодию в разных совершенно стилях, темпах, размерах. Поэтому в этом смысле джаз необычайно свободное искусство, потому что, ну, как вы знаете, попробует какой-нибудь классический исполнитель что-то сделать с тем, что уже написано в нотах, ну, может быть, кроме каких-то микроизменений в темпах и так далее, в динамике. Но не изменить ни одной ноты, и тем более гармонии, а джазовый музыкант себе это позволяет. Поэтому джаз — это искусство, ох, как громко сейчас скажу, свободных людей. Да, действительно, и тех, кто приходит его слушать, наверное, тоже тянет к такому свободному искусству. Что нужно сказать? Конечно, эти мелодии, которые звучат сегодня и будут звучать еще долгие столетия, и вообще как-то смешно говорить о том, что какой-то период в истории искусства заканчивается, и все, бесследно куда-то канет в бездну, или остается только в истории и никогда уже не выйдет, не выглянет на поверхность. Но этого в искусстве не происходит. Мы сами замечаем, как возникает мода на какое-то поверье, на модные танцы, на модные картины, на модных живописцев. Но классика всегда как бы в тени, немножко покашливает, в стороне стоит. Ну ладно, вы немножко побеситесь, потом все равно мы вам пригодимся. Так оно и происходит. Классическое всегда рядом с тем. Оно не противоречит тому, что происходит на современной сцене, но всегда в запасе, и всегда на это можно опереться. Если говорить о джазе, то, конечно, все эти мелодии, которые вы сегодня услышите, они написаны, в принципе, ну, не так и давно, но какое-то там столетие назад и чуть-чуть меньше времени. Но они все живы, потому что эти мелодии играются на разных континентах, в разных странах, у нас в разных городах нашей России. И это тот джазовый репертуар, те самые джазовые стандарты или вечно зеленые мелодии, на которых и, так сказать, покоится вот мир джаза на одном из тех китов. Потому что другие основополагающие опоры джаза – это свинг, умение импровизировать, ритм и, конечно же, вот тематика. Ну, я приглашаю сейчас на эту сцену тех музыкантов, которые составляют ядро ансамбля филармонии джазовой музыки. Заслуженный артист России Станислав Стрельцов, ударник. Да, я безумно давно знаю этого человека, очень его люблю, потому что когда-то я еще был, ну, в два раза меньше размером, а Станислав был такого же размера, как сегодня. И он играл тогда в знаменитом оркестре Вайнштейна, и мы тогда поднимались на лестницу, по лестнице шли как бы на танцевальный вечер. И, конечно же, там мы танцевали, но прежде всего люди туда приходили слушать этот безумно гениальный оркестр. Так что вот люблю я и Станислава еще с тех пор. Вот еще одно дополнение. Те музыканты, которые сейчас появятся на этой сцене, они пришли к нам после конкурсов, которые проводились, опять же, здесь, в джазовой филармонии. Осенний марафон, так называется этот конкурс, он проводится раз в 2-3 года, и лучшие из лучших попадают потом и на эту сцену, и вообще становятся известными благодаря тому, что они завоевывают лауреатство, получают призы, первое, второе, третье место. Но вот эти ребята, которые, они уже, конечно, немножечко возмужали, но когда-то они прошли и вот такой отбор. Вадим Михайлов, контрабас. Кирилл Дубякин, тенор, саксофон, вибрафон. И наш замечательный старинный друг Андрей Ремов, с которым мы безумно давно вместе, вот в этом ансамбле. И я очень рад, что именно таким составом мы сегодня для вас играем нашу программу
романтические лирические мелодии джаза. Первая тема, с которой мы хотим начать, она из «Моя прекрасная леди» Фредерик Лоу, называется тема «Almost like being in love».
джазе бывает и такое, мы играли долгое время тему, которая нам понравилась, Can't Stop Loving That Man, и как-то вот она пришлась, вы сейчас поймете почему, но она ритмичная, простая, симпатичная, мелодичная. И вдруг мы со студентами смотрим один из мюзиклов, кстати, первый в истории мюзикл, который считается вот началом мюзикла, было положено именно этим спектаклем. Джером Керн написал мелодию к плавучему театру «Шоу Бот». И вот мы смотрим, и вдруг эта мелодия выплывает. Она, оказывается, из-за этого, из первого мюзикла. И мелодия, она многократно звучит, как вы знаете, в любом музыкальном фильме. Одна и та же мелодия появляется там. То оркестр играет, то поет главная исполнительница, то потом какие-то обрывочки. И вот это одна из центральных мелодий. Кстати, там, это еще загадка белых потрясающих американских композиторов, которые писали такие мелодии, которые потом негритянские и музыканты, и певцы, и певицы пели с огромным удовольствием, принимая как бы вот за свои, потому что, просто назову одно имя, Джордж Гершвин, который написал «Порги и Бесси», там звучат просто напитанные таким афроамериканским фольклором мелодии. Ну а сейчас вот эта тема из плавучего театра. Can't stop loving that man. Thank you.
Далеко не уходим от тех имен, которые уже были произнесены. Джордж Гершвин, у которого потрясающее совершенно наследие. Удивительно, этот человек, по-моему, в 39 лет его не стало, но столько человек успел написать, и таких потрясающих мелодий, которые хочется играть и играть. И вообще это гордость американской и мировой музыкальной культуры. И, конечно же, один из обожаемых джазовыми музыкантами авторов. Удивительно, но специально вот так вот для джаза никто из них не писал, и только получилось, потому что музыкантам, джазовым музыкантам очень нравится форма, мелодия, да, но мелодия, она существует и в тех песнях, которые мы напеваем, но все-таки как-то там было удобно импровизировать по тем гармоническим последовательностям, которые из себя представляет каждый вот такой стандарт. Ну вот, Love is Here to Stay, который написал где-то в 30-е годы Джордж Гершвин.
друзья, ну вот как приятно, что все-таки на третьей, по-моему, вещи после моего соло захлопали. А я уже собирался вам всем смс-ки написать. Срочно хлопайте пианистом, он обидится. Спасибо. Ну вот идем по композиторам, и сейчас наш соотечественник, можете себе представить, Ирвин Берлин, это замечательный, но он считается американским, на самом деле он русского происхождения, по-моему, из Тюмени, и уехал, был привезен совсем маленьким парнем, и, видимо, вот как-то на него подействовала эта американская реальность, и он стал придумывать очень быстро, где-то там 13 или 15 лет он написал первую мелодию, и у него эти мелодии пошли. Знаете, вот кто-то пишет всю жизнь, но не получается, там, чтобы он не писал. А вот этого парня как-то... И более там, тысячи мелодий, которые исполняются, поются, и музыка ко многим фильмам музыкальным, ко всяким ревью, к постановкам, к мюзиклам. И Ирвин Берлин, его тема «The best thing for you». Thank you.
Хорошо, но вот разве можно требовать какой-то атмосферы безумной тишины, когда станет страшно? Поэтому лучше, если вам страшно, лучше говорить. Сейчас мы хотим сыграть какую-нибудь медленную красивую мелодию. Сейчас мы посвящаемся и решим, прежде чем закончить концерт, мы сыграем эту мелодию, а потом еще поживем.
Есть российский знаменитый саксофонист Вадим Михайлович Контрабас. Кирилл Бедяков, тенор саксофон в этой форме. Друзья, вот то, что мы сыграли, это называлось «Выполнить заявку без заявки». Потому что наверняка вы все знаете и думаете, иногда подходит, ну а что же сегодня-то не сыграли «Саммертайм» или там, или «Караван» еще что-нибудь такое. Ну и слава богу, что вы это знаете, это очень здорово. До «Каравана» еще дойдет дело. А сейчас мы хотим сыграть из Дюка Эллингтона «Cotton Tail», его такая задорная, радостная тема, которая игралась им и была написана где-то в конце 20-х годов, была посвящена альтсаксофонисту Джонни Харрису. Thank you.
Спрашивает, ну ты принес мой любимый подарочек? А вы говорите, да, я принес. И даете, и дарите ей пластинку, которую можно приобрести здесь у нас. Спасибо. Отдыхаем. Человеческий голос, а ведь это действительно инструмент, который можем, мы его носим, он у нас есть, но кто насколько его использует? Ну вот есть, понятно, есть певцы, есть классики, есть эстрадные певцы, есть джазовые певцы, их ну, ничтожное количество на весь мир, потому что это очень трудно вот, петь эту музыку с тем с правильным чувством, произносить слова, да еще потом импровизировать. Есть такая манера вокальной импровизации, которая называется скет. И всеми этими возможностями обладает хороший джазовый вокалист или вокалистка. И вообще это божественно, когда играет оркестр, ну прекрасно, вот он наиграет одну, вторую, третью, и вдруг наконец-таки появляется кто-то, кто вдруг голосом доносит до нас содержание там, той или иной песни. Это всегда потрясающе украшает. И вот сейчас появляется на сцене вновь наш ансамбль, только за барабаном усаживается барабанщик, без которого ни одна джазовая вокалистка Петербурга не хочет выступать. Это Виктор Щербин. Виктор Щербин ударный.
К нему присоединяется Виктор Щедрин, он появляется оттуда. Да, к нему присоединяется Вадим Михайлов, Андрей Рябов, гитара, Кирилл Бурятин, тенор, саксофон и барабан. И та самая потрясающая российская джазовая вокалистка, которая всю жизнь честно, не впадая ни в какие компромиссы, не уходя на эстрадную ниву, которая позволяет, конечно, стать и более популярной, и модной, она всю жизнь поет эту музыку, за это ее ценят все энциклопедии джазового мира, где ее имя написано, внесено. Это заслуженная артистка России Элла Трафова. Когда мы сошли с ума. Мы летали на Луну на крыльях из паутинки, мы трогали руками огромные звезды. Но это было только один раз. Thank you.
Но мы переживем.
Up and down the
Спасибо. Сейчас вы все про меня узнаете. Следующая тема называется «Вся я». All of me. Everyone out to you.
часто впадаю, но были впадаю. Любовь на продажу. Love for sale. Thank you.
Маршрут 66. Я покажу, и тогда у нас все вместе здорово получится. Мы сейчас едем из Чикаго в Лос-Анджелес. Все на одной машине. Едем! Thank you.
должен быть красивый джазовый вокал, он самый нормальный джазовый музыки. Андрей Рябов, Виктор Щербович, Вадим Михайлович, Филипп Дианин, Петр Корни, Элла Трафова. Thank you.
что «Золотыск» России. И ансамбль «Филармония джазовой музыки». Андрей Дябовский, Юрий Бегатин, Вадим Михайлов. Виктор Щебнев, ударный Петр Корин. Артем с нами, режиссер «Буря». Дорогие друзья, вот была поставлена задача у нас, мы долго совещались, там несколько ночей не спали, как же нам добиться того, чтобы получилась эта атмосфера джазового концерта. И она получилась благодаря тому, что пришли вы, неподготовленные, но вы поняли, в чем сущность того, чтобы ваше желание, ваша какая-то энергетика соприкоснулась с нашей, и мы вместе создали вот эту самую атмосферу, которая бывает только здесь, в джазовой филармонии, ну, может быть, и в других клубах, тоже джазовых клубах. Приходите сюда к нам, потому что здесь выступают замечательные музыканты, ну, кроме нас, конечно. Мы не замечательные. Спасибо. Друзья, до новых встреч. И не забывайте, что готовьте вашим домам подарки. Скоро их праздник. Спасибо. До новых встреч.